тот знакомый горшок, где было много туй. Одну оставил в этом же горшке, а все остальные рассадил. И они примерно с июля у меня растут. Вот таких маленьких горшок, каждый корешок. Они уйдут под зиму. Так что бояться не стоит, что они могут там замерзнуть или не перезимовать. Как правило, процентов 90 выживает. Это очень много.